находится. Включен режим ожидания. Я сбил беспилотник. Похоже, он принадлежит правительству. Отлично. Моя ненависть к беспилотникам уступает величиной лишь моей любви к генетике. Возвращайся скорее, Уокер. Системы активируются.
Вот мы на месте. Желаю удачи. Полный сервис. Сейчас инструменты достану. Тебя это подлатать? Я могу. Пока. Эй, ты. Короче, ты куда не пойдешь. Что новенького? Я вчера даже шоу «Убей мутанта» не смотрела. Полагаю, тебе удалось добыть необходимые материалы? Советую найти побольше материал. Я готов произвести новые модификации. Я доволен. Дела у тебя отлично. Ну-ка, что у тебя внутри? Системы активируются. Возвращайся скорее, Уокер.
активируется. Желаю удачи. Восстанавливаются. Включаем.
Включен режим ожидания. Возвращайся скорее, Уокер. Сам я на трассе. Участвую в дерби «Ралли Крэш». Внимание на экран. Сейчас я всех сделаю. Удачи, Уокер. С такими психами на трассе она не помешает. Эй, ты! Сброс! Ого! А вот и главное блюдо. Но прежде тебя неплохо бы откормить. Иди-ка к Чазу Марасу. Он все тебе подскажет по меню наших... Мне пора. Шлепки. Эти со мной рядом не лежали. Слышь, бестолочь, хочешь погонять, иди к Чазу Марасу. Прикрой глаза, чтобы тебя не ослепило мое сияние и генетическое превосходство. Ты не смеешь вызывать бессмертного сам нутром чую. Привет, дружище. Мечтаешь погонять? Так поговори с Чазом Марасом, он крутой чувак. Мне пора. Обалдеть! Век мне стейка не видать! Смотрите, кто к нам прикатил! Ты хочешь гонять по трассе Чаза? О, Ники Рейн! Скажи мне, что ты прислал это чудо из пустоши гонять по трассе, как кусок масла по горе блинов! После тебя, горчичка. Гонки! В тебе есть характер и жажда славы! Хватит силы взять победу на блюдечке и сервировать соперников гарниром! Вот тебе контракт, дорогой бифштекс! Подпиши это! Да-да, своей кровью! Проходи сквозь ряды соперников, словно нож сквозь филе. И тогда одержишь победу и соберешь весь соус. Когда начнем? Бери контракт, ставь свою закорючку, и все готово! Ну что,
Начнешь ты на дне, свежачок. Тут уж не обессудь. Сперва пошкварчишь на медленном огне, а затем поднимайся. Выплывай на самый верх, словно густой жир в котле похлебки. Если все готово, бери тачку. Так, хочешь зажечь? Выкладывай стейк на тарелку. Бери свое ржавое ведро и готовься к гонке. Thank you.
Вы смотрите, мой сегодня упал лучший кусок бекона. Честное слово, ты гоняешь не хуже самого Ники Рейна. Но ты победитель. Знаешь что? Это значит, что тебе достаются особые вкусняшки. Иди в источник и наслаждайся отдыхом в ложе победителей. Да, ешь столько подливки, сколько захочешь. У тебя бесплатный доступ ко всем моим вкусным трассам. Гонщики вроде тебя, такая же редкость, как скелепёс с густой шерстью. Тебе здесь всегда рад. Хочешь погонять? Лузан, готово дело. У меня есть пропуск в ложу победителей. Я все видела на экране. Да, ты чемпион, что ни говори. Выступление на высшем уровне. Ну да, я такой. Отправляюсь в ложу победителей. Дороги!
Я говорливый Гарсия. Торговец, путешественник, продавец изысканных... Не утаи же, кто ты? Уокер, а мы и дальше так будем говорить? Безусловно, витиеватая речь – признак широты ума. Уверяю тебя, ты захочешь иметь дело только со мной. У меня отменный товар. Тогда позволь изучить... Включен режим ожидания.